Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요. 한국어를 배우는 가장 빠른 방법. 한국어 선생님 Мы в этом видео будем узнавать, как по-корейски говорить «а это б». Так что, если вы хотите научиться говорить на корейском красиво, грамотно, у настоящей кореянки. Не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, ребята, давайте сразу посмотрим на эти два окончания. Ею, 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 ею на русском обозначает являться, быть, есть. Так что давайте сразу посмотрим на эти два корейские предложения. 저는, 소냐예요. Вот, эти два предложения соответственно переводятся как Я есть Соня, моя профессия является учителем. Вот, давайте сразу посмотрим на первое предложение. Соня Вот, в этом предложении Чонын обозначает Я. Мы уже это знаем. Почему? Потому что мы уже прошли на прошлом уроке. И в этом предложении Соня обозначает Соня. Вот. И в этом предложении ею это обозначает есть. Но дело в том, что в корейском языке глагол всегда находится в конце предложения. Поэтому вам нельзя говорить и вам необходимо говорить. Вот так. Вы поняли? И, ребята, вы заметили разницу между корейским и русским языком? Заметили? Да. В русском языке часто опускаются... Глаголь являться быть есть. Но в корейском языке глаголь связка ею ею должны быть, да, быть на месте. То есть всегда используется. Вы поняли? Поэтому баб не заговорить цон суня. Вот. Только цон ею. Этот вариант верный. Вы поняли? Итак давайте двинемся дальше Посмотрите пожалуйста на второе предложение не имею не вот в этом предложении Alpha, psycho, обозначает моя профессия то есть это подлежащее и в этом предложении, Сансеньним обозначает учитель. И в этом предложении ею обозначает и является. Вот. Поэтому ею обозначает моя профессия является учителем. Вот, вы поняли? И, ребята, здесь есть тоже маленькая тонкость. Окончание ею, ею это является вежливо неофициальной формой. Так что на официальном месте э, вам лучше не использовать эти окончания. Например, когда президент обращается по телевизору к народу, он не использует эти окончания. Но в разговорной речи, обычной разговорной речи, вы можете везде использовать эти окончания. Обычно. Вот. Например, когда вы обращаетесь к старшему человеку, вы можете, конечно, использовать эти окончания в разговорной речи. Только на официальном месте вам лучше, вам не рекомендуется использовать эти окончания. Вот. Итак, ребята, давайте будем упражняться. Тогда вы можете сразу спрашивать у меня. Когда мы можем использовать окончание «ею» и когда мы можем использовать окончание «ею»? На этот вопрос я отвечу. Окончание «ею» вы можете использовать, когда слово, то есть имя существительное оканчивается на «бачим». Вот. Другими словами, когда слово, то есть Uh, имя существительное, оканчивается на согласную букву. Uh, вот и когда мы можем использовать окончание ею, окончание ее вы можете использовать, когда слово, то есть имя существительное, оканчивается бачима. то есть слово оканчивается на гласную букву. Но для меня сложно понять слово, сложно вспомнить, слово оканчивается на согласную букву или гласную букву. Поэтому я вам просто рекомендую думать. Слово оканчивается на бачим или без бачим. Вот. Я вам рекомендую так. Вот, давайте двинемся дальше. Тогда, ребята, если вы хотите сказать я есть Вика, то есть я Вика на корейском, как это будет предложение на корейском? 저는, пика. Ею или ею. Пика оканчивается без бочима, да? Поэтому пика. Ею, верно. Вот. Давайте двинемся дальше. Тогда, если вы хотите сказать, я Степан, я есть Степан, как будет на корейском? 저는... Степан Ею или Ею. Степан Ею, Степан Ею. Степан Ею. Вот Степан Ею. Верно. Почему? Потому что степан заканчивается, оканчивается с подчимом, на бачим. Вот. Давайте двинемся дальше. Тогда, если вы хотите сказать я Жанна, как будет на корейском? Чонын, ею, анимен, ею. Вот, вы молодцы! Цанна ею верно. Почему? Потому что цана оканчивается без бочима. Вот. Вы поняли? Итак, тогда если вы хотите сказать Сергей, я Сергей, я есть Сергей, какое окончание вы должны употреблять? То есть использовать Сергей ею, Сергей Ею. Вот, верно. Сергей оканчивается без бачима. Так что вы должны использовать. Итак, другое предложение. Если вы хотите сказать, моя профессия является учителем, как будет на корейском это предложение? Те ним. Ею или санзэнним ею? Вот, вы молодцы. Тетсика вын ею. Верно. Почему? Потому что слово санзэнним, то есть учитель, оканчивается с бачимом. На бачим, да? Верно? Вот, вы молодцы. Тогда, ребята, как будет на корейском моя профессия является дипломатом? Вот. Тетикаубын Векиуган Ею Или Векиукан Ею. Вот какой вариант верный? Вот и молодцы. Тетикаобын, векиукуан, ею верный. Почему? Потому что векиуган слово дипломат заканчивается, оканчивается на бачим. Вы поняли? Вот, легко и просто. Тогда, ребята, если вы хотите сказать, моя профессия является э, певцом. как будет на корейском, тогда предложение те 직업은 가수예요 ею, или ею Вот. 제 те 가수예요 제 직업은 Хасуэю. Вот. Почему? Потому что слово Касу оканчивается на бачим. Мы уже прошли название профессии. Если вы не знаете слово профессия, я вам внизу этого видео под видео написала ссылки этого видео. Вы можете посмотреть. Итак, давайте двинемся дальше. Посмотрите, пожалуйста, на это предложение. Игосин. Бурею. Игасын бурею. Вот. Это предложение переводится как «это вода». Вот. Это вода. Вот. А если вы хотите делать это предложение вопросительным, что мы должны делать? Очень легко и просто. Да. Как и в русском языке, вы просто поднимаете тон к концу выражения и добавляется вопросительный знак. Легко и просто. Попробуем три, четыре. Икосин бурею. Икосин бурею. Это уже вопросительное предложение. Вы поняли? Так легко и просто. Но как и в русском языке, в корейском языке очень часто сокращается слово это. То есть икосин. Поэтому это как и в русском языке, вода, вода, так можно говорить. Честно говоря, очень часто так используется. Вот, например, вода, бурею, уже вопросительное предложение, и ответ, бурею. Вот, вот это ответ, вы поняли? Итак, давайте двинемся дальше. Давайте посмотрим на это предложение. Уже это сокращается, и на, в этом предложении есть только такое м, предложение. Чусею. Чусею. Вот. Вот это обозначает это сок. Вот. И если вы хотите сделать это предложение вопросительным, что вам необходимо делать? Вот, легко и просто поднимать интонацию и добавля, добавлять вопросительный знак. Вот, попробуем. Чусею, чусею. Вот это уже вопрос. Ответ. Чусею, чусею. Вопрос. Чусею. Ответ. Чусею. Так легко и просто, да? Вот, давайте двинемся дальше. Тогда это вино, как будет на корейском? Вайнею. Вайнею. Вот так. Тогда ответ. Это вино, как будет на корейском? Вайнею. Вот так. Вы поняли? Тогда, ребята, на этом я заканчиваю. Если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что целую, туманная нян.